Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tocamp и видеообзор костюма ВВЗ «Летучая мышь». Материал в данном случае рассмотрим плащевку. Что он себе представляет? Материал у нас достаточно мягкий. Материал плащевка в данном случае. Вот. В комплектации у нас входит куртка и штаны. Примерим. Ну а теперь рассмотрим данный костюм немножко поближе и поподробнее. У данного костюма идет молния шестерка с одним замком. У данного костюма идет утяжка по низу, утяжка на капюшоне и непосредственно сам капюшон. Есть два наружных кармана без клапанов. В принципе, все, что касается куртки. Крой достаточно удобный. На мне сейчас сидит размер 52-54, причем на теплый свитер и на теплые штаны. Вот. Штаны у нас оснащены также карманами без клапанов. Здесь у нас резинка вставлена и, соответственно, есть утяжка. Низ штанов у нас без резинки, но, думаю, когда вы их встанете в сапоги, этого не потребуется. В принципе, достаточно удобно сидит и, я думаю, вполне защитит нас от дождя. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Если понравился костюм, заказывайте его именно у нас. Ссылочка для этого костюма находится у нас вот здесь. Меня зовут Арсений, рекомендуем.